Добрый день, доктор. У меня вопрос про ускорение обмена веществ. Сама я активно занимаюсь физкультурой, хожу в спортзал. Хочу, чтобы мышцы стали крепче, рельеф вырисовывался. И знаю, что физические нагрузки ускоряют обмен веществ. Но мне интересно, какие нагрузки наиболее эффективные? Бегать, штангу поднимать? И что еще можно делать, кроме спорта? Вот, например, сон. Он как влияет на скорость метаболизма? Заранее спасибо вам.